В Казахстане снижен прогноз реального роста ВВП и увеличен дефицит бюджета. Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил министр экономического развития и торговли Ерболат Досаев. Он оценил рост валового внутреннего продукта в этом году на уровне 5,4%. Пересмотр параметров произошел из-за снижения объемов казахстанского экспорта. Прогноз по снижению роста реального ВВП на 0,6% до 5,4%, увеличение дефицита бюджета 2,5% до 3,1% на сумму 203 миллиарда тенге. Ориентировочно по итогам года поступления в республиканский бюджет будут на 382 миллиарда тенге меньше, чем запланировано. По данным министра финансов Булата Жамишева, частично это связано с ростом возврата консорциуму НКОК более 100 миллиардов тенге налога на добавленную стоимость. В рамках соглашения об урегулировании некоторых вопросов, подписанного 21 мая 2012 года правительством Казахстана, Министерством нефти и газа и участниками Кашаганского проекта, до конца 2012 года из бюджета будет произведен возврат НДС за период с 2009 года по третий квартал 2011 года в размере 100,7 миллиардов тенге из общей суммы, поддержащий возврату 191 миллиард тенге.